Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Марина, и с вами в эфире интернет-магазин пряжи «Клубок впрок». Сегодня мы для вас подготовили очередной обзор ниточек. Ну, давайте посмотрим, что сегодня новенького. Уже не первый раз у нас в обзоре ниточки турецкой фирмы «Ализи». Уж очень популярен этот бренд среди рукодельниц, и, в общем-то, конечно же, не зря он заслужил свою популярность. А сегодня мы будем рассматривать такие ниточки, как серии TIG и TIG Color. А разницы никакой практически, кроме того, что TIG это будет однотонная ниточка, TIG Color более пестрая. Как всегда, традиционно начнем с этикетки. Ализи Супер Лана. Смотрим сначала TIG Color. В принципе, состав пряжи одинаковый там и там, только разница в расцветке. Ну что же, смотрите, в 100 граммах у нас здесь 570 метров. То есть, ну, очень длинный метраж. Прям, скажем так, приятно длинный. Пряжа изготовлена в Турции. И состоит этот моточек у нас 75% акрила и 25% шерсти. То есть это изделие достаточно теплое, даже имеет относительно тоненькую ниточку. Стирать ручной стиркой в машинке лучше это не делать по заявлениям производителя. Никакой специальной обработки никакими химическими веществами. Для вязания вам потребуются спицы 2-2,5 мм, крючок от 0 до 2, в зависимости от того, что вы планируете связать. А вязать из этой пряжи можно великое множество. Ее вид и достаточно некапризность в уходе добавляет просто огромное буйство фантазии того, что вы можете связать из этой пряжи. Собственно, давайте теперь посмотрим сами ниточку. Вытягиваем ее вот так вот из моточка. Скрутка такая, прям хорошая скрутка, я хочу сказать. Поэтому, когда вы будете ее вязать, она у вас не будет ни расслаиваться, ни терять свои формы. Нитка относительно эластичная, то есть она как бы не то чтобы сильно растягивается. Смотрите, вот я ее как бы вот так вот тяну, и она возвращается обратно. Растяжение у нее небольшое, при этом изделие из этой пряжи достаточно хорошо тянутся, но не теряет своей формы. Благодаря акрилу пряжа очень мягенькая, прям мягенькая-мягенькая, такая даже пружинит слегка. Вязать из нее, хочу сказать, огромное удовольствие. Кстати, что, собственно, я хочу еще вам показать. Для меня это было прямо открытие. Вот здесь вот у меня для примера моточек пух норки. Но все прекрасно понимают, что такое это за пряжа и какие невероятные изделия теплые можно делать вот из этой ниточки. Ну, единственный, наверное, ее недостаток – это цена. В принципе, для такой небольшой моточек всегда очень много приходится отдавать. Но, согласна, это того стоит. Так вот, в пухе норки входит обычно доп-нить, вот такая вот, которая состоит из полиэстера. Ее вяжут вместе с основной нитью, чтобы изделие держало форму, не рвалась нить, потому что это все-таки натуральное. Так вот, если эту дополнительную нить в пухе норки заменить на этот Ализи Супер Лану, смотрите, что получается. То есть вы по-прежнему, я не знаю, вот тут вот видно, получаете вот этот вот замечательный ворс пуха норки, вот он прям вот здесь вот торчит, да, вот, но благодаря вот этой вот супер лане, которая стоит относительно дешево, смотрите, насколько вы удешевите свое изделие, просто используя вот эту вот ниточку. В общем, зная огромную цветовую гамму у Ализи, очень легко попасть в цветовую гамму с другими нитками. Вот, например, смотрите, я взяла вот так вот коричневые тона, и вот что получилось. В принципе, взяла белую ниточку пуха норки, и вот что получилось. Или вот белый пух норки и вот такой вот TIG Color. То есть вот получается, что вы, сочетая Ализи, достаточно, ну, простую нитку, бюджетную в плане ценовой категории, с пряжей премиум класса, как пух норка, получите изделие, ну, вдвойне выигрышное, потому что оно будет теплое, будет ноское и при этом достаточно экономно в вязании. Ну и плюс ко всему прочему, учитывая, что Ализи
имеет в составе шерсть, и сама ниточка тоже по себе имеет вот эту вот пушистость, свойственная шерсти. То есть вот отличная нитка-компаньон. Впереди холодное время года, и Ализи Суперланов просто отлично подходит для вязания одежды в деловом стиле. Посмотрите, вы можете связать жилетку для школьника, например, для того, чтобы ходить в ней на работу, какой-нибудь топ, какой-нибудь джемпер, и это пряжа, которая не потеряет своей формы для постоянной стирки и обработки. В случае с детьми более младшего возраста, здесь очень красивая, яркая цветовая гамма. Ну какая настоящая девочка пройдет мимо такого невероятно красивого розового цвета? Опять же, главное преимущество этой нитки, что она достаточно тонкая и легкая, поэтому если вы вяжете из нее плед, он не будет давить вас своей тяжестью, он будет воздушный, будет мягенький, легенький. Ну, в общем, подарок, а не пряжа. В нынешнем сезоне очень популярна такой узор, как бабушкин квадрат. Узор бабушкин квадрат подразумевает в себе различные сочетания цветов. Чем ярче, тем лучше. Но я заметила, что сам по себе этот узор особо выигрышнее выглядит, когда пряжа однотонная сочетается с пестрой пряжей. Тогда вот этот вот переход цвета, некая вот эта многогранность, она очень выигрышно смотрится в данной вязке. Вот тут даже в журнальчике, на котором можно смотреть разные, подбирать цвета, даже тут, смотрите, предлагается вязание и спицами, и крючком. Насколько эта пряжа между собой сочетает разные техники. Она позволяет это делать благодаря тому, что она прощает огрехи, возвращает свою форму, не растягивается, не теряет свой вид. Ну и подведем итоги. Пряжа Ализи Супер Лана Тик Колор подходит для вязания абсолютно всего, что вам придет в голову. Она также очень хороша для вязания спиц и для вязания крючком, потому что здесь четко и хорошо будет виден узор. Благодаря составу шерсти она будет достаточно теплая, а благодаря акрилу будет хорошо поддаваться стирке, держать форму и не растягиваться. Также обширная цветовая гамма и хорошее сочетание между собой и с другими нитками любой серии Ализи. Напомню, что если у вас остались какие-то сомнения в выборе той или иной пряжи, подходит, не подходит, сочетается между собой, пишите нам, мы обязательно вам поможем разобраться, за вас ее пощупаем. А также, если вы хотите это сделать сами, обязательно приезжайте в наш магазин. Все, что вы видите в интернет-магазине, вы все то же самое можете увидеть у нас на полках в магазине. Добро пожаловать!